mes amis. Сочи очень радушный город. Мартьяль Симоно в город Сочи влюбился 10 лет назад, когда перебрался в Россию из Франции. На набережной у морского вокзала он открыл небольшое кафе. Русский как следует выучить пока так и не смог. Общий язык с гостями помогают найти французские круассаны, вкусный кофе и деликатесы собственного приготовления. У нас можно заказать фуа-гра, я делаю его сам, рыбный суп буайбас, луковый суп, улитки эскарго, лягушачьи лапки. Из русской кухни я позаимствовал солянку. В Сочи Мартьяль уже давно чувствует себя как дома. Уверен, что здесь ничуть не хуже, чем на его родном Лазурном берегу. Сочи, как и Ницца, находится на берегу моря. Здесь пальмы и солнце. Сочи и Ницца очень похожи, и Олимпиада прошла здесь отлично. Среди моих гостей иностранцев были спортивные журналисты. Они побывали уже на 6-8 Олимпиадах. Все признавали, что Сочинская Олимпиада самая лучшая. Болельщики возвращались из Олимпийского парка довольные и голодные. Начать ужин Мартьяль обычно предлагал с черноморских мидий. Они всегда есть в меню. Миди маринер, миди, это миди де Черноморе, де Головинска, 20 километров де Сочи. Мидии мариньер во Франции традиционное блюдо больших ярмарок. Приготовить его на первый взгляд просто, только мидии должны быть непременно свежевыловленными. Так красиво. И без песка. Это готов.